Здравствуйте, дорогие мои водолейчики, солнечные, лунные, асцендентные водолеи. Сегодня у нас с вами гороскоп на 2024 год, и гадать мы будем сегодня на новой колоде «Кола года». И дополнительной колодой у нас будет «Тарот темных откровений». Это моя авторская колода. Ну что ж, садитесь поудобнее и слушайте информацию. Давайте посмотрим, дорогие мои водолеи, что же ждет вас в 2024 году. Главные тенденции года. Карта колесницы. Ну что же, это шикарная карта, это старший аркан. Очень много будет каких-то важных поездок, командировок, передвижений. Это может быть покупка нового авто. Или, допустим, вы хотите продать старенькое свое. Или продать и купить, например, также. Это может быть знакомство в поездке. Может быть человек, который приедет, изменит вашу жизнь. Да, приезжий человек. Все, что касается автомобилей, сервисов автомобильных, также эта тема встанет в этом году. Еще посмотрите на эту карту, видите два коня, такая два, да, это действительно может быть знакомство стабильное, это карта стабильности. Еще в классическом Таро есть звезды, звезды — это интернет, вы можете познакомиться через интернет, потому что какие-то дальние страны и расстояния, это все об этом, колесница — это пространство, это тоже может быть интернет, или работу найдете в интернету. Шикарная карта, мы смотрим, что в вашей головушке. Что в вашей головушке, о чем вы думаете? Двойка кубков, о любви. Хотите встретить любовь или вы уже познакомились, романтические отношения? Но это однозначно партнерская карта. Кстати, это может быть партнеры, которых вы, может быть, ждали и сейчас подписываете с ними какие-то договора, договариваетесь. Это контрагенты, клиенты. Если вы работаете с клиентами, хорошие клиенты могут появиться у вас. Прекрасная карта. На что можно встать и опереться? Карта «Башня». Ну, это ваша карта, если уж сказать честно, дорогие мои водолеи, у вас управитель Уран, который постоянно, это такой взрывоопасная планета, да, планета неожиданности, вот она башня, да, когда все рушится, все кардинально меняется, тем более у нас эра водолея, Плутон в январе месяце зашел в ваш знак зодиака водолея, естественно, у водолеев будет сейчас все меняться кардинальным образом. Карта башни – это разрушение, которое старого, отжившего. Это может быть рушатся отношения или ваши, допустим, вы захотите дом или квартиру поменять, продать и хотите новое что-то выстроить или купить. То есть вот все абсолютно меняется в вашей жизни. Ну и это прекрасно. Что уходит из вашей жизни? Что уходит из вашей жизни? Карта Солнца. Ясность, понятность уходит из вашей жизни. Исполнение желаний и мечты. То есть вот вы как будто бы уже достигли всего, чего хотели. Вот эта вот стабильность, которая была в вашей жизни. Внутренний стержень, да, куда вы стремились. Вы понимали, куда вы идете. И это прекрасно, да? То есть цели какие-то достигнутые. А что же придет взамен? Что придет в вашу жизнь в этом году? Паж Пентаклей. Это финансовая стабильность. Это может быть новый источник доходов или новая работа, новый бизнес. Паж Пентаклей – это ребенок. Зачатие, беременность, да, это рождение ребенка. Мечтаете о ребенке. Или, может быть, уже есть ребенок, о котором вы будете заботиться. И причем этот ребенок будет доставлять массу приятных событий. Пентакли – это материальные блага, да. То есть, может быть, поделки какие-то вам будет делать, дарить, радовать вас, помогать вам по дому. Но это такой вот малыш до 16, до 18 лет. То есть, вот от нуля до подросткового возраста. Прекрасная карта, карта финансовой стабильности. Работа, учеба.
Пятерка пентаклей. Не устраивает вас уже эта работа. Выросли вы из этой работы. Вам уже там неуютно, да, переросли. Вам хочется чего-то большего. Я сейчас достану еще одну карту для работы и для учебы. Знаете, такое впечатление, что вам вот не хватает чего-то еще, каких-то знаний. Вы хотите еще куда-то пойти учиться. И нужно обязательно стремиться учиться. Что еще скажет работа? Паж жезлов. Это, знаете, что-то очень быстро будет меняться в вашей жизни. Жезловая масть, она как огонь, да, вспыхнула и вспыхивает идея и уходит. Это могут быть какие-то разовые подработки, разовые какие-то вам будут предлагаться помимо основной работы, потому что основная работа вас как рутина затягивает. Не нравится вам монотонность, вам нужны праздники, вам нужны какие-то вот такие всплески. Еще раз, если вы будете искать, например, работу. Туз жезлов. У вас открыта дорога. Вот смотрите, опять жезловая масть. В принципе, вам ничего не мешает абсолютно. Если вы хотите найти работу, вы найдете хорошую, шикарную работу, интересную. Это творческая работа. И если вы сейчас на какой-то работе работаете, которая вас не устраивает, то вы однозначно поменяете ее на другую. Но это будет творческая работа. Либо какие-то, вот знаете, скачки, вот вспышки, да, это не будет монотонная работа. И будете зарабатывать по мере того, сколько заработали, вот столько и получили. Это будет красивая работа, хорошая. Вам эта работа будет нравиться. Все дороги у вас открыты. Финансы. Пятерка жезлов, борьба идет, борьба за деньги, за заработки, и это конкуренция, большая конкуренция в той, может быть, сфере, где вы работаете. Вам приходится показывать более лучшие результаты, лучшее, что есть у вас, лучшее, что вы можете показать. Деньги будут, но их надо будет постоянно отстаивать, постоянно показывать, что вы лучше. Просто так они не будут на голову падать. Здоровье. Десятка мечей. Мечевая масть – это однозначно вторжение в ваш организм. Это может быть пластическая операция, может быть уколы красоты, еще какие-то, может быть, операции, да, по улучшению внешности или, может быть, нужно по предписанию врача. Это еще может быть, когда вы лечите зубки свои, да, идете к дантисту, все зубки, например, хотите голливудскую улыбку сделать, как вариант. Герудотерапия сюда же, да. Пиявочки, когда улучшаете, ну что-то будете улучшать свое здоровье и будете применять какую-то медицину для себя. Посмотрим отношения. Отношения. Двойка жезлов. Двойка – это уже пара. У вас будет пара. Кто хочет познакомиться, познакомитесь. И очень быстро. И знаете, даже вот по двойке жезлов это таким, будут много разных знакомств, быстрых, да? Вы будете сами думать, остаться с этим человеком или нет. Но вы такой человек, что вот пока вам яркие события в вашей жизни, да, вы с этим человеком, когда уже приедается, да, вы хотите, вы знаете, как будто бы ищете новые впечатления, яркие впечатления. Но то, что у вас будут отношения, это 100%. Давайте еще достанем карту, посмотрим. Четверка жезлов. Ну, слушайте, это вообще шикарная карта. Если вы еще вместе не живете, это совместное проживание под одной крышей. Это может быть предложение руки и сердца. Это когда вы ведете общий быт, вы строите вместе свои отношения на одной территории, в одной квартире, в одном доме. Тут вообще просто карта замечательная идет, чудесная. Причем вот это еще двойка чаш, не забывайте, тоже партнерская карта. Сейчас мы возьмем дополнительные карты и посмотрим, что еще здесь карты нам покажут. Что ворвется в вашу жизнь? Что ворвется в вашу жизнь? Карта умеренности, старший аркан, прекрасная карта. Ангел ворвется в вашу жизнь.
вы давно ждали, вы давно стремились, шли к какому-то желанию. Это вот, знаете, не внезапное какое-то, да, вот как говорится, ворвется, а планомерное, то, к чему вы шли, оно сейчас и будет, оно исполнится. И какой-то ангел поднебесный вам в этом поможет. Может быть, ваши предки помогают, может быть, еще ангел-хранитель какой-то. Но однозначно это решение финансовых вопросов, отношения, да, любых вопросов, все, да, может исполниться. Что может изменить вашу жизнь? Что может изменить? И посмотрите, прямо одинаково похожие карты. Карта «Страшный суд» или «Возрождение», когда глобально, кардинально вы что-то меняете. Вот по этой башне еще посмотрите, когда старое разрушается и уходит. И «Страшный суд» или «Возрождение» – это вы меняете все в себе. Вот, вот эту карту еще посмотрите, «Десятка мечей» для здоровья. И вот это вот в соединении, это может быть изменение внешности, да, практически неузнаваемости, да, вы, допустим, пошли к пластическому хирургу и все там поменяли в себе, все, омолодили себя, или уколы красоты, да, или же, допустим, полностью изменили свой имидж, прическу, цвет волос, длину волос, кардинально поменяли свой гардероб, например, место жительства, вот все полностью, у вас новая жизнь, и вы как будто бы вообще в новом теле, в новой одежде начинаете новую жизнь. Дальше посмотрим, что может вас расстроить. Время, упущенное время. Сейчас мы еще достанем карту. Карта «Звезда». Ну, это стоило того. Вот смотрите, долгое время вы как будто бы бездействовали, ничего не предпринимали. И вот сейчас карта «Звезды», но это стоило того, потому что карта «Звезды», когда вы долго ждете и получаете, это старший аркан. Вот это дополнительная карта, а это, представляете, старший аркан. Это награды, которые вы можете получать, грамоты почетные. Это также вы в центре, да, а все вертится вокруг вас. Двойственность, инь-янь. Мужское и женское. Значит, вы можете познакомиться с кем-то. Клиенты какие-то хорошие могут прийти в вашу жизнь. Карта интернета, работа в интернете. То, что вы хотите найти, вы найдете в интернете. Да, знакомство через интернет. Все прекрасно. Карта звезды – это мечта, надежда, которая осуществляется. Что порадует вас в вашей жизни в 2024 году? Ну, вообще, шикарная карта. Это Папа, Иерофант и Николай Чудотворец здесь изображен. Это может быть свадьба для кого-то. Долгожданное предложение руки и сердца. Это также соединение, объединение каких-то организаций, да, или же вы устраиваетесь на работу, подписываете договора, это подписание, это сделки удачные, клиенты, которые к вам приходят, это подарки судьбы, которые вы получаете, вы видите две колонны, они стоят параллельно, это открытая дорога, когда вы идете вперед, и все это в созидании, в счастье, в радости и в любви, может быть, даже встреча с человеком каких-то, знаете, устоявшихся взглядов и порядков. Просто замечательный расклад у нас с вами получается. Сейчас мы с вами посмотрим три желания. Загадайте три желания на 2024 год. И мы посмотрим, исполнятся они или какие-то желания нужно будет доработать. Итак, желание номер один. О, да, желание номер один исполнится и очень быстро, очень скоро, очень счастливо и радостно. Карта «Мир», созидание, гармония. Это карта завершения какого-то этапа, путешествия и передвижения. Именно вот в движении вы всегда найдете то, что ищете. Карта интернета, может быть, действительно в интернете что-то найдете. Вот посмотрите, две карты про интернет. Желание номер два. Желание номер два.
Да, желание ваше исполнится, но не так, как вы хотите. Вот девятка чаш – это большой праздник, застолье, корпоратив, свадьба, может быть. Но это измененное сознание, да, вы видите вот образ мужчины, который уже выпил много-много вина, и ему так хорошо, так прекрасно, что он, в принципе, особенно не замечает, кто ему подливает вот это вот чудовище, да, которое за его спиной стоит. Да, желание ваше исполнится, но не так, как вы хотите, не так, как вы себе представляли, и, может быть, даже вы переоцените это желание, да, вы оценивали его так, а потом посмотрите и дадите другую оценку. В лучшую или в худшую, ну, это от вас уже будет зависеть, да. Для кого-то это будет даже лучше, чем вы ожидали, для кого-то не совсем так. Давайте еще дополнительно достанем. А вот не совсем так, как вы хотите. Да, желание исполнится другим способом, как-то по-другому, иначе, но не совсем так, как вы хотите. Вы даже можете сказать: нет, мне это особенно желание уже и не нужно, оно не актуально для меня. Третье желание посмотрим, да или нет. Однозначно исполнится и поможет вам в этом король пентаклей. Мужчина с деньгами, с подарками, мужчина состоятельный, состоявшийся, честный, порядочный, бизнесмен или какой-то предприниматель. А может быть, это вы, человек, достаточно уже достигнувший в этой жизни чего-то, который держит в руках все денежки, все подарочки, да. Видите, здесь такой сказочный единорог у нас. И телец, золотой телец, золото, бриллианты. Все у ваших ног. То есть это достижение желаемого или знакомство с мужчиной, кто загадал на отношения. Прекрасный расклад, дорогие мои друзья, у нас с вами получился. Пальчик вверху, слово «благодарю». И, конечно, пишите в комментариях свои пожелания. А также пишите: «Да будет так». И так и будет. СВВС. И ваши желания обязательно исполнятся. А я желаю всем без исключений мира, добра и счастья. Всех люблю, всем пока-пока.